Вам бы все только изъять. Вы же ведомости представляете, либеральную экономическую газету. Только изъять, хватать и не пущать. Значит, да, есть такой резерв, как деньги Роснефтегаза, но они абсолютно прозрачные. Там нет ничего непрозрачного, они все находятся под контролем правительства. И некоторые вещи мы финансируем оттуда. Тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание. Ну, например, в прошлом и в этом году дополнительно из Роснефтегаза будут финансироваться проекты в сфере науки и образования. Прежде всего, в сфере науки это касается так называемых мегагрантов. Значит, да-да-да, я знаю. Оттуда же будут направлены средства на решение проблем, связанных с малой авиацией, для того, чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий. Оттуда же мы направим деньги на проекты, связанные с большой авиацией, и на производство двигателя, авиационного двигателя с большой тягой. Вот мы сейчас сделали двигатель, который не производили 29 лет, начиная с времен Советского Союза. Нам нужно сделать другой двигатель с большой тягой за 30-35 тонн. И это нам позволит вместе с нашими китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге, значит, после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы будем тратить средства из Роснефтегаза.